Ну что, друзья, на следующей неделе лечу во Владивосток, чтобы встретиться со своими зрителями в салоне Digital Hall и заодно оценить ассортимент аудиокомпонентов. В этот раз не будет никаких утомительных лекций. Как показывает практика, с большей пользой проходит формат ответов на вопросы и, конечно, консультации на любые интересующие вас темы, касательные аудиокомпонентов или винила. Думаю, есть смысл немного рассказать о наших современных российских проигрывателях, таких как Премьера или Радиотехника, а также вариантах их апгрейда, как можно выжать из них максимум звука и с чем их можно слушать. Естественно, на них мы не остановимся, так что готовьте вопросы по любым моделям проигрывателей и головок звукоснимателей. Обменяемся опытом и порассуждаем, что с чем лучше согласуется. На моей практике это просто бездонные темы, погружаясь в которые уже более 18 лет, я до сих пор не потерял интерес и желание знакомиться с новыми моделями и компонентами. Так что, друзья, жду всех желающих 16 ноября в салоне Digital Hall с 11 до 14 и с 15 до 18 часов по адресу Партизанский проспект, 28. Покупателям в этот день будут доступны индивидуальные скидки. Приходите, думаю, будет интересно.